реальность. Здорово, Моль. Хай, Тля. Ну, я-то кличку себе поменял. Наступление весны, все меняется. Клички, привычки и даже вещи. Не говоря уже о компьютерных играх и мощности наших Sonic и компьютеров. Ну, а следующая игра настолько изменилась, что меня взрывает на части. Seven Kingdom — это real-time стратегия, чем-то похожая на Warcraft. В игре есть почти все, что нужно каждому геймеру. Монстры, войска, маги, много различных тварей. К тому же есть небольшой ассортимент различного оружия, начиная от железных мечей и кончая катапультами. Графика в игре совсем даже неплохая, но юниты выглядят немного неестественно, звук тоже не хуже обычного. В общем, любители стратегии, оторвите руки у продавца в магазине торгового дома Time вместе с этим диском. Муха, смотри, моя дикая корова пьет 9% раствор хлорида натрия. Что он делает? Это же кислота. Муха, нет, это не кислота. В следующей игрушке музыка настоящая кислятина. Название Moto Racer. А выпущена она Electronics Arts совместно с Delfin Software International. Кстати, к музыканту с одноименным именем она никакого отношения не имеет. Игра содержит три вида гонок. На время, одиночная и кубок чемпионов. Вас ждут два типа гонок. Супербайки, где вам нужно гнать на всю катушку и прийти первым. И сам мотокросс, где вас подстерегают воздушные прыжки, сальто, рандаты, кувырки, подкаты, выкаты, накаты и затем перекаты. В результате чего вас может заколбасить и вывернуть на бок. В процессе чего вы можете обгореть как паук. Все настолько реально. Приготовьтесь к 10 экзотическим трекам. Рейсы по каньонам, городам и даже по Великой Китайской стене. Кстати, если у вас нет приставок, вы можете выиграть этот диск и прослушать его на своем кассетнике или радио. А если постараетесь, и на телевизоре. В общем, ставьте на дыбы вашу бесколесную мотыгу и вперед в виртуальный мир игр торгового дома Time. Муха, смотри, меня колбасит. Он, наверное, объелся гидроколбасы. Ну, пока Джина колбасит, я задам вопрос. Что ты говоришь? Кто задаст вопрос?